Ташкентская епархия встречает детский хор «А кто их?». Архиерейская детская певческая капелла Екатеринбургской митрополии находится в эти дни в гостях Ташкентской епархии по приглашению главы Среднеазиатского митрополитчего округа митрополита Викентия. В епархиально-духовно-административном центре детский хор дал свой первый концерт, который посвящен 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. В рамках концертной программы прозвучали фронтовые песни и песни, которые любили в тылу. Мальчики и девочки из хора рассказывали проникновенные стихотворения о войне. Ну а самые известные песни военных лет юные хористы пели вместе со зрителями в зале. На концерте присутствовали ветераны войны, священнослужители Ташкентской епархии, прихожане Свято-Успенского кафедрального собора, а также представители дипломатического корпуса. Такой замечательный праздник, к которому мы приехали, это на самом деле такая радость. У вас такие замечательные зрители, слушатели, такие сильные духом. Настолько было сегодня необыкновенно петь. Эту программу мы готовили не так долго, может, месяца два. Есть песни, которые мы уже несколько лет, они у нас в репертуаре, дети приходят новые, вот мы с новыми детьми разучиваем песни, такие как «Баллада о матери». Это такая, можно сказать, наш самая дорогая, драгоценная песня, которую мы сегодня исполняли. Своими мнениями о прошедшем концерте делились благодарные зрители. Чувствуется огромная работа, невероятное старание и удивительно тесный контакт между певчими и их мамой, руководителем их. По глазам видно, они ее чтут как мать. Когда исполняли они песню «Расцветали яблони и груши», вот часть песни поет хор, и часть песни поет зал. Вы видели, насколько люди настроились сердцами на эту волну, и было поразительно. Во всяком случае, мы сидели впереди, послы, и я немножко, конечно, обладаю музыкальным слухом, я хочу вам сказать, что те, кто пел в зале, они пели ничуть не хуже, чем те, кто исполнял профессионально. Благодатно, просто благодатно. Вот. Особенно в эти пасхальные дни, особенно в эти дни, когда мы совсем недавно праздновали праздник Дня Победы, 70-летия Победы. И это отрадно, то, что детский хор именно, который называется «А кто их?», вот. Отрадно то, что такой большой хор, детский хор, был привезен из Екатеринбурга специально для нас, чтобы мы действительно могли как-то приобщиться немножечко, как-то получить какое-то вдохновение. И лично я испытал огромное удовольствие.